Привет! В этом видео я расскажу вам о своих двоих помадах от Pupa. Это Pupa AM. В этой линии около 40 оттенков, если я не ошибаюсь. Они все очень красивые, кремовые. Есть, конечно, и шиммерные оттенки. У меня два оттенка. Номер 209 и номер 408. Помады отличные, они очень кремовые, они очень мягкие, они хорошо питают губы, они не скатываются в белую полосочку, они очень комфортные на губах. В общем, сплошные плюсики. Единственный, может быть, минус — это цена, потому что иногда эту помаду можно найти за 15 евро, иногда за 18. Мне кажется, цена немного завышена. Хорошая помада, но за 18 евро можно найти 2-3 приличнейшие помады других марок. Тем не менее, если вам нравится Pupa и вы хотите что-то приобрести, помады — это их конек. На этом все, пока!